Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Леонидович Устенко присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Леонидович. Скажите, пожалуйста, ну, на самом ли деле, во-первых, вот отталкиваясь от нашего сюжета, который мы видели, на самом ли деле в России, как говорится, включили станок, и вот перспектива 200 рублей за доллар – это реальная перспектива для простых россиян? Зависит в какой перспективе, но если говорить о проблемах, которые есть в России, я бы их немножко по-другому бы приоритизировал. Первая проблема, конечно, у них очевидно есть серьезные такие нарастающиеся трудности с государственным бюджетом. Дефицит государственного бюджета в России на этот год должен составить 3 триллиона рублей. По факту за первый квартал он достиг 2,5 триллионов, при том, что я ставлю под огромное сомнение правильность этой статистики, потому что за январь-февраль Роскомстат тоже давал, или Минфин давал тоже статистику в 2, даже чуть выше, чем с половиной триллиона, 2,50 с копейками они давали статистику дефицита за январь-февраль, и тут за январь-февраль-март выдали статистику на гора, вот точно на том же уровне, даже чуть ниже по сравнению с тем, которое было первый-второй месяц, а доходов в государственный бюджет не нашлось больше. Они находят, поэтому я говорю о том, что, скорее всего, идет серьезное манипулирование статистикой. В любом случае, они достигли 85% своего годового дефицита государственного бюджета. И вот почему возникает вообще весь этот дискурс по поводу курса и почему возникает дискурс по поводу инфляции? Да потому что в России условно можно разделить все затраты, которые у них есть в государственном бюджете, на две большие части. Все, что касается их военно-промышленного комплекса, их военные машины, эти гробовые, эти деньги, которые они пытаются привлечь людей в армию, мобилизовать. И все, что не касается военно-промышленного комплекса. Плюс мы-то с вами говорим про тоталитарное государство. Когда речь идет про тоталитарное государство, то там всегда идут большие затраты на репрессивный аппарат. В России этот репрессивный аппарат разрастается, он сжирает все больше и больше ресурсов, его надо постоянно подкармливать, ему надо мясо, ты должен постоянно вбрасывать ему эту дополнительную еду. А если у тебя неоткуда брать деньги, потому что у тебя уже есть этот колоссальный дефицит, который ты и финансировать-то, в общем-то, никаким образом не можешь, но вот если ты думаешь в нормальных экономических категориях, то получается, ты должен будешь и идти в сторону вот этих невоенных расходов и пытаться урвать немножко оттуда, вырвав еду изо рта своих граждан для того, чтобы вот подпитывать военно-промышленный комплекс и давать деньги этому репрессивному аппарату. Без репрессивного аппарата ты вообще развалишься в данном случае как тоталитарное государство, чего, естественно, руководство Кремля, ну, точно не может, потому что находится в этой парадигме, не может допустить. И вот получается, что вот возникает тогда вопрос, а как же быть, если денег взять неоткуда, внешние рынки отсечены еще по первым пакетам санкционным, на внутренних рынках с государством не особенно-то хотят делиться, а как ты будешь финансировать дефицит государственного бюджета? Ты можешь его финансировать, в общем-то, либо пытаясь урезать вот ту первую часть социальную, уменьшив количество содержимого в холодильнике своих граждан, не инфляция, а просто не давая им деньги в руки. Нет денег, нет инфляции, ты зажимаешь инфляцию. Либо второй вариант, ты тогда запускаешь печатный станок для того, чтобы перекрыть вот этот существующий дефицит более чем активно. Вот я предполагаю, что они будут двигаться по двум параллельным трекам. Первый трек, они будут дальше крутить инфляцию. Вот почему мы слышим заявление Центробанка Российской Федерации по поводу того, что политика проинфляционная сейчас. Вот и, скорее всего, надо будет пересматривать учетную ставку Центробанка Российской Федерации. Это не идет и из ничего, это не просто из воздуха и идут подобного рода заявления. Это свидетельствует о том, что денег нет и серьезно задумываются по поводу запуска вот этого инфляционного механизма. Более активно, потому что, в общем-то, справедливости ради он и так уже работает, но вот более активно. А второй трек, который будет задействован, это то, что, насколько это будет возможно, урезать все эти социальные затраты, которые вроде как и есть в государственном бюджете, но их можно поставить на паузу, там недофинансировать,
там не додать, там перенести, и вот пытаться действовать в этом направлении. Что касается курса, да, это сопутствующий фактор. Справедливости ради надо сказать, что экспорт из России идет, импорт туда резко обвалился. Вот почему у них вроде как ситуация с точки зрения экспорта-импорта не такая трагическая, которая обвалила бы курс просто за один день до отметки, там, скажем, 200 рублей за $1. Нет, ну действительно у них нет никаких таких вот сопутствующих факторов, которые бы поддерживали курс. Спросите у любого представителя руководства Центробанка Российской Федерации по поводу того, что поддерживает, будет поддерживать курс. И я вас уверяю, что кроме экспорта и импорта они вам ничего больше не добавят. А ведь проблема-то у них в том, что прямые иностранные инвестиции в страну не заходят. А это было всегда в России фактор, который поддерживал рубль на таком, на плаву, на неплохом, неплохом состоянии. Добавьте туда, что спрос со стороны населения на валюту увеличивается, оно бы хотело купить и больше валюты, просто физически не может это сделать, есть серьезные ограничители, вот почему то периодически бросается в юань, то в тенге, то еще что-то пытаются купить, но мы же говорим с вами про то, к чему привыкло население России, они привыкли доверять тем валютам, которые относятся вот к стабильным валютам, к стабильным, а в данном случае речь идет о евро-доллар, о которых купить в огромном количестве нельзя. И банки бы закрывали бы вклады более активно, только вопрос, что ты заберешь оттуда рубли, и куда ты вложишь эти рубли, тебе надо валюту купить, а валюту ты купить опять-таки можешь с колоссальными ограничителями. Поэтому и спрос вроде бы со стороны населения увеличивается, но не так взрывоподобно, как бы он должен был увеличиться. Но я вас уверяю в том, что это только начало истории. Опять-таки, заметьте, что пытаясь успокаивать население, Центробанк Российской Федерации дает статистику по своим золотовалютным резервам, где говорит, что золотовалютных резервов ровно в два раза больше, чем есть по факту, как бы совершенно игнорируя тот факт, что 300, даже чуть больше миллиардов из этих золотовалютных резервов находятся за пределами России. Они арестованы, они в принципе больше не принадлежат Российской Федерации. В пьяном угаре можно думать по поводу того, что они у тебя продолжают быть, если ты представляешь Центробанк Российской Федерации. В противном случае ты должен отдавать себе отчет, что этих денег нет. Более того, я думаю, что это такой вот ход, который был предпринят Центробанком после того, когда в течение месяцев не давалась статистика по поводу состояния золотовалютных резервов. Когда стало совершенно очевидно, что резервы не просто заморожены, а начинают уже постепенно передаваться на восстановление Украины, сразу после этого началось печатание статистики для того, чтобы вроде как и успокоить местное население, вроде бы дать какой-то сигнал бизнесу о том, что смотрите, в общем-то, резервы неплохие. По факту резервов мало. И если говорить по поводу того, что там есть в реальности живого в резервах, то, скорее всего, это те 130 миллиардов долларов, которые вложены в золото. Но здесь есть колоссальнейшая проблема. И я бы вот что предположил. Я бы предположил, что насколько это возможно, я понимаю, что в России это все очень сложно и не очень возможно, но все эти организации, которые пытаются следить за состоянием не просто экономики, а за состоянием золотовалютных резервов, обращали внимание, что в какой-то момент времени начнется увоз этого золота из золотовалютных резервов, и по факту мы в конце концов увидим резкое уменьшение золота в золотовалютных резервах, точно так же, как это было в свое время при распаде Советского Союза, так же, как это было во время начала или конца Второй мировой войны, когда нацисты пытались прятать свое золото, просто вывозя его из Рейхсбанка, пряча там по различным теориям, то в озера в Австрии, то в какие-то туннели, которые можно было найти на тех рубежах, которые думали, что союзники не дойдут и Красная Армия не дойдет до тех
рубежей. То есть я бы тут более чем осторожно следил за состоянием золота. Именно золота, не золота валютных резервов, а золота. Потому что, в конце концов, тоталитарное государство всегда склонно в последние дни своей жизни пытаться обеспечить возможное свое возрождение в будущем. Поэтому здесь очень внимательно бы следил. Что касается курса, я бы все-таки предполагал, что такое магистральное движение курса рубль-доллар движется в сторону 100. Вопрос, как быстро они пересекут эту границу. На мой взгляд, это будет происходить достаточно быстро. Я бы ожидал серьезных проблем, потому что, несмотря на пропаганду, несмотря на все остальное, все-таки у русских есть, по крайней мере, у среднего класса, вот так вот, России, есть достаточно знаний и достаточно исторической памяти, чтобы помнить, чтобы их не, извините за такое сленговое слово, не обманули. Хотел сказать, не кинули, скорее не кинули с их депозитными счетами. И поэтому вот это закрытие депозитных счетов банковских, оно будет наблюдаться и достаточно скоро. То, что называется бегство депозитов. А это будет серьезным вызовом для банковской системы, что тоже будет подруливать курс в сторону 100 достаточно быстро. Что касается инфляции, то здесь есть масса неизвестных, но опять-таки, вот просто повторил бы с точки зрения инфляции, что это не только то одно, что будет, или это не один трек, который будет уменьшать количество продуктов питания в холодильнике среднего россиянина. Будет еще задействован этот трек уменьшение социальных выплат. Олег Леонидович, спасибо вам большое за то, что довольно детально объяснили вопрос с долларом. Понятно, там и фонд национального богатства тает потихоньку. Вот если мне не изменяет память, с сентября по октябрь у них там на 10 миллиардов долларов он снизился, то есть он тоже не вечный. Я хочу вас спросить о деньгах для Украины. Смотрите, вот вроде с них уже даже другие страны зарабатывают. Я вспоминаю сообщение за начало этого года, как Бельгия заработала там больше 650 миллионов долларов на налогообложении из 250 миллиардов долларов российских активов, которые там были заморожены. То есть уже вот другие страны зарабатывают, а до Украины эти деньги пока не доходят. Почему, скажите, в чем проблема, реально ли их получить? Там надо все-таки помнить, что эти деньги идут по двум большим категориям. Первая категория этих денег – это деньги Центробанка Российской Федерации. Вот эти 300 миллиардов, о которых мы говорили в начале, которые вот пытаются показывать в отчетности, что Центробанк России пытается показывать, что они есть, а по факту их уже давно нет, они арестованы. Арестованы, и вот решается вопрос, каким образом они будут переданы в Украину. С этими деньгами более-менее все понятно. На этих деньгах никто не может заработать. Это те деньги, которые просто будут заходить в Украину, которые необходимы для восстановления Украины. Вторая часть денег, о которых идет речь, это деньги в размере около 150 миллиардов долларов. Это те, которые либо уже арестованы, либо находятся под таким вот пристальным расследованием, и на которые арест может быть наложен в ближайшее время. Это те деньги, которые относятся либо, как угодно называйте, к так называемой элите России, либо номенклатуре, которая вот традиционно существует в России как наследие такого советского времени, которая приближена к власти, и которая, несмотря на всякие заявления, которые делала ранее о том, что самая прекрасная и замечательная страна, не дадим обмануть народ, но при этом радостно пользовалась возможностью, обманывала, вывозила эти деньги за пределы страны. К слову сказать, там оценочные такие цифры, которые есть по этим деньгам, это в разы больше, чем то, что либо уже арестовано, либо то, что находится под арестом. Я имею в виду эти 150 миллиардов и вот долларов. И вот эти 150 миллиардов долларов российской номенклатуры, которые затрекингованы уже, либо уже арестованы, либо будут вот сейчас арестованы. Эти деньги, это же не просто живая наличность. Это дома, машины, пароходы, там, я не знаю, люксовая недвижимость, акции в каких-нибудь или части в крупных компаниях, на которые могут выплачиваться дивиденды, гостиницы, которые приносят, потому что это бизнес, который приносит прибыль, вот он есть, а вот он арестован. Да, ну кто-то получает за это сейчас деньги, и вот эти деньги накапливаются, они накапливаются
по крайней мере, финансовой документации сейчас, но это отнюдь не означает, что кто-то, какое-нибудь государство может пользоваться этими деньгами. Этими деньгами, в конце концов, финальным получателем этих денег есть и будет Украина. Вот почему работает активно группа и иностранных экспертов, и группа от нашего Министерства юстиции, которая занимается этим вопросом. Там рассматриваются различные варианты того, как платятся эти деньги, как будут выплачиваться эти деньги Украине, каким образом их можно реализовать сейчас, то есть реализовать. Там есть разные варианты, я не хочу в технические детали вдаваться, но там есть различные способы использования этих средств. Опять-таки, памятуя опыт нацистской Германии, тоже на всякий случай напомню, что те, кто сотрудничал с нацистским режимом, те же компании, которые находились за пределами Германии, но сотрудничали с нацистами, они в конце концов расплачивались по индивидуальным искам. Кроме всего прочего, кроме обычных плат, они платили еще и по индивидуальным искам. Есть просто достаточно примеров после Второй мировой войны, когда крупные компании, которые думали, что им все сошло с рук, оно в конце концов не сходило с рук, и деньги возвращались тем, кому они должны были вернуться. Поэтому в случае с Украиной пусть точно никого не пугает, что дивиденды или налоги с дивидендом, которые были получены с русского и с российского, вернее, не так, с имущества российской номенклатуры сейчас где-то были уплачены, да, они были уплачены, но это правильность по теперешнему законодательству, но вопрос самой суммы. Сумму-то не может забрать государство. Mm-hmm. Да, вот сам то, что называется принципл. То есть ты получил условно $100, $25 ты заплатил в виде налогов тому государству, где ты получил эти $100 в виде дивидендов, но $75 они зависли в финансовой отчетности. И эти $75 это как раз как минимум та сумма, на которую претендует Украина и которую, вне всякого сомнения, Украина получит. Более того, сейчас активно идет и разработка специфических рекомендаций в группе Ермака Макфола, как раз которая касается этого направления, называется Windfall Tax. Налог на вот есть такое gun with the wind, да, унесенные ветром, а то есть принесенные ветром, да, вот windfall tax, вот ветер принес эти деньги, так вот эти деньги, даже разрабатывается механизм, каким образом эти деньги должны быть переданы Украине. Я вас уверяю, что это находится, ну, в поле зрения команды юристов абсолютно высочайшего класса с мировыми именами, и они работают более чем активно над этим. Спасибо огромное, Олег Леонидович. Действительно, очень много вопросов затронули. Очень хочется, чтобы все-таки эти арестованные активы пришли в Украину. Понимаем прекрасно, что мы и так пока что, вот, судя по тому, что зарплаты, это тоже нужно отмечать, и учителям, и сотрудникам бюджетной сферы выплачиваются. Я так понимаю, что тех грантов и кредитов нам пока хватает, но все равно нужно будет в какой-то момент восстанавливать всю территорию, и мы очень ждем этих денег. Будем с вами обсуждать вопросы их возврата в дальнейших эфирах. Спасибо вам большое, Олег Устенко. Советник президента Украины по экономическим вопросам был в эфире канала Freedom. Благодарим вас.